Глинкор объявил, что снизит выпуск цинка на своих предприятиях на 500 тысяч тонн. Это треть от объема 2014 года. Сокращение коснутся Австралии, Южной Америки и Казахстана. Так, крупнейший в мире сырьевой трейдер и производитель металлов отвечает на падение цен. Как и другие сырьевые товары, цинк подешевел за минувший год, а из-за более слабого, чем раньше, спроса со стороны промышленности Китая на рынке сформировался переизбыток предложения. Около половины потребляемого в мире цинка используется в качестве гальванических покрытий для стали и других металлов. Он также применяется для производства прокатных материалов.